Авторское телевидение. Большая рыбина туда забралась. Внимание, внимание, говорит и показывает Москва. Вы видите, как заканчивается разминка участников первого всероссийского кубка по исполнению частушек «Эх, Семеновна». 24 команды съехались во дворец культуры АЗЛК, чтобы принять участие в этих соревнованиях. С сегодняшнего дня и до Нового года каждую неделю отборочные матчи, полуфиналы и финал, победитель которого и станет обладателем кубка Семеновна 99. Анна Семеновна, помогай жить! Заканчивается напряженная разминка, и сейчас на наших экранах мы увидим название команд. Всего 24 команды. Они разбиты на две группы по 12 команд. Победители в этих группах и встретятся в финале. Кстати, борьба будет происходить в 5 номинациях. Их название вы сейчас видите на экранах. Итак, сегодня в первом отборочном туре встречаются команды из Чеховского района Московской области, Ярославля и Москвы. Двум командам предстоит выйти в полуфинал, а третья команда, ну, игра есть игра. И сейчас оркестр подает сигнал к началу игры. Люди добрые, здравствуйте, девки веселые, мужики интересные, к нам издалече заехавшие наши местные, как моя бабулечка-то говаривала, когда чай заваривала, мешай делать с бездельем, а жизнь с весельем, все частушечники, какие есть в стране, добро пожаловать к Семеновне, то бишь ко мне. А сейчас давайте познакомимся с судейской бригадой, обслуживающей сегодняшнюю игру. Итак, главный судья Юрий Саутский, композитор, народный артист России. Ему помогает певица, заслуженная артистка России Тамара Кравцова, знаменитый композитор Марк Минков, ведущий программы «В поисках утраченного» Глеб Скороходов, композитор Людмила Лядова и заслуженный работник культуры из Костромы Галина Хачатурова. Некоторые мои молодые коллеги предпочитают слово «жюри», но все-таки, мне кажется, слово «судьи» наиболее подходит к нашим соревнованиям. Первые гости, проходи через мостик. Счастье глубокое, радость нежданная. К нам выходит из Чехова нерастанная. Начинается номинация приветствия. В ней команда представляет себя и малую родину. Перед вами команда воинской части Федерального агентства правительственной связи и информации, любовно называемая в народе ФАПСИ. Театров рядом с нами. Сами развлекаемся! Эх, Семеновна, давай скорей встречай, мильную чарочку побольше наливай. Соперники сильные сы, мы тоже чай не лэком шеды. Посмотрите на команду, девки все как на подбор. Мужики какие были! Тоже не последний сорт. Песни русские мы знаем, и частушки тоже. Интеллигентные мы люди, суди по роже. Мы не все, мы не тоже, мы должны.
Из Ярославля к нам до завтрашнего утра приехали лучшие частушечные мастера. Я сейчас так скажу. Меня не тронь, зажигай огонь, поет ансамбль, играй гармонь. Как поется в знаменитой ярославской частушке: три деревни, два села, восемь девок, один я. И как бы подтверждая эту пословицу, мы видим Николая Сахарова, единственного мужчину в этой команде, которому уже восьмой десяток, а отбоя от девок у него нет. Я не ем куриных яиц и не ем их потроха, потому что в Ярославле спит нашли у петуха. Тащила, поросенка сглазила. В санатории была, так чего она маялась? Все восемь коек изломала и домой отправилась. Я не Алла Пугачева и не Ольга Воронец. Запою, так закачается у меня. Пошла плясать, половицы гнутся, мне не 70 годов, женихи найдутся. Спасибо, мои дорогие, спасибо, мои ярославские, проходите на наш мосток. Ой, а сейчас будут такие парни. Берегись, кто нервный, потому что парни-то у нас манерные. На лбу написано, что из Москвы. Обхождение понимают, сами голосисты. Ну, в общем, такие куртуазные маньеристы. А вот сноровисто припадает к ручке ведущий Вадим Степанцов, основатель группы «Бахает компот». И он исповедует с такое спортивное течение городской частушки. Московские ребята, мы живем в Сокольниках. Место кактусов у нас буи на подоконниках. По названию мы казахи, а по жизни мы хохлы. Как нажрёмся водки с салом, моем харями полы. Музыкантами зовем, спеть не можем ни хрена. Но за что таких уродов обожает вся страна? Газ, квас, ананас, это песенка про нас. Газ, квас, ананас, это песенка про нас. Как в Москве на Красной Пресне педиатры пели песни до ночи. Педиатры, москвичи. Хорошо стрекочет гейдель, хорошо молотит бар. Дирижеру дам я... Да, соревнования есть соревнования, и иногда происходит нарушение правила. А так как у экранов могут оказаться дети, я попытаюсь пересказать своими словами содержание некоторых частушек. Так, например, один из героев этих частушек видит в луже отражение собственных ягодиц и очень удивляется. Оказалось, это я. Газ, квас, ананас, это песенка про нас. Газ, квас, ананас, это песенка про нас. Ой, спасибо, маньеристы. Уж больно вы куртуазные. А вы опять ручки целуете? Ох, ну давай, уходи скорее, забирай свое железо. Уважаемые жюри, закончилась первая номинация приветствия. Ваше решение ждем без промедления. Итак, решение жюри по номинации представления. Следующее. По коллективу, который называется «Нерастанная» из города Чехова, 24 очка. «Играй гармонь» из Ярославля, 19 очков. «Куртуазные маньеристы» Москва, 18 очков. Я прошу режиссера Михаила Кандалова показать нам таблицу. Мы видим, команда «Нерастанная» лидирует. 24 очка из 30 возможных. Что ж, это неплохо. Я к тебе голублюсь, а ты от меня тетеришься. Я тебе глазки строю, а ты не мычишь, не телишься. Бабоньки, не любят нас мужики и начальство, вот такое у нас нахальство. Ведь кто такая царевна? Целованная жаба, правильно? У нас сейчас будет номинация «Бой, баба!» И для тех, кто не понял, я объясню. В этой номинации исполняются частушки, рассказывающие о тяжелой доле русской женщины.
Наша тетя Пелагея у нас стала челноком. От Ефима к Тимофею ночью бегает бегом. Сахалин. Говорят, там рыбы много, мы хоккейки поедим. Ох, старушка, что ты, я солдат 9-й роты, 31-го полка, дай понюхать хохолка. А я одинку в туряб-ряб перерябую, а скомеленка отобьет харю покорябую. Ай-яй-яй-яй-яй, команда не укладывается, и оркестр прерывает ее. По правилам нашей игры на выступление дается всего лишь 60 секунд. Ну что, опять нежданное? Выходит, у нас нерасстанное. И козла. Мужиков нормальных нет, то голубой, то импотент. На вечерке девок нет, а они дома охали. Раз парням они не дали, те их отпустили. Как пойдешь, мелко топиться, ты ко мне зайди проститься. Я до речки провожу, глубже место укажу. Отбивай, подруга, друга, только им не завладей. На твои коленки сядет, на мои будет глядеть. Бабу снежную лепили мужики вчера опять. Сделать голову забыли, зато сисек целых пять. Тун-дыри-тун-дыри-тун-дыри-да, тун-дыри-тун-дыри-тун-дыри-да. А ведь доля тяжела, тут полюбишь и козла. Пусти меня. Да, полюбишь и козла, хорошая рифма. Ну, что я могу сказать? Пробой бабу поют наши голосисты, куртуазные маньеристы. А вот к микрофону рвутся выпускники литературного института. В их арсенале очень много слов, поэтому мы иногда вынуждены их объяснять. Заранее просим у вас прощения. Похода я видала Францию, с той поры я не ложусь с русскими засранцами. В Ереване я была, бочки дров оретила, кто-то сзади... А я и не заметила! Голубые, голубые, голубые шарики, голубого муженька меняю на бухарика. Газ, квас, ананас, это песенка про нас. Газ, квас, ананас, это песенка про нас. Я миллионка заловила и малину увлекла. Все орудие искала, даже гильзы не нашла. Я на севере была, золото копала. Если б не было мохнатки, с голоду пропала. На ваших экранах клавишник группы, который исполняет частушку от Рогани, которая оказывается в самых неожиданных местах. В Ленинград пришел состав с красными вагонами. Будем девки разгружать ящики. Газ, квас, ананас, это песенка про вас. Газ, квас, ананас, это песенка про вас. И это песенка про вас. Ой-ой, ир-та-та, ир-та, ир-та, ир-та-та. Спасибо большое, спасибо. Итак, у нас закончилась номинация «Бой, баба». Наши уважаемые жюри, просим ваши оценочки. По итогам номинации «Бой, баба». Нерасстанная, Чехов, 30 очков. «Играй, гармонь», Ярославль, 24 очка. Куртуазные маньеристы, Москва, 18. Судьи строго оценивают выступления участников команды. Хоть и велика у них воля к победе, но ошибки совершать не надо. Куртуазные маньеристы по-прежнему на последнем месте с 36 очками. Кому жизнь проста, а кому высшая математика. В номинации «Валенок» звучит мужская тематика. Уважаемые зрители, поддержите нашего мужика-производителя. В соломенной шляпе старший по званию, майор Иван Африн.
Он служит заместителем командира полка по воспитательной работе. Мальчик не грубый, даже ласковый такой. У меня нашел под юбкой место теплой рукой. Оглядев милашку с тыла, охнул я, вот это да. Да ведь знаешь ты, Людмила, ты же сзади поп-звезда. Соблюдая нужный такт, я спросил у милой крошки, как ты думаешь, контакт неуместный до окрошки? Ой, миленочек ты мой, что ты дуримаешься, а только щупаешь глазами, в руки взять стесняешься. Меня милый провожал всю дорогу, руку жал, а у самых у двери наворочил крендели. Жить нельзя на свете! О, хороши! А, молодцы, ребятки! Браво, браво! Ну, не знаю, что у нас будут делать эти самые куртуазные маньеристы. Прости, моя подружка, не хотелось обижать, но с твоей корявой пушкой только ежиков рожать. Наши девки лучше ваших, наши девки веселей. Наши девки вашим девкам надавали тумаков. Я жену себе нашел на Кольском полуострове. Попка есть и сиськи есть. Слава тебе, Господи! Газ, квас, ананас, это песенка про нас. Газ, квас, ананас, это песенка про нас. Утки к берегу плывут, крякают и крякают мою милую. А сережки брякают. Я на мельнице молол, дочку мельника порол, а другая из куста. И меня ради Христа! Не хвались, подружка Роза, что ходила с милым в лес. Он все лазил на березы, на тебя он не залез. Газ, квас, ананас, это песенка про нас. Газ, квас, ананас, это песенка про нас. Да, остается только ждать решения судей. Ну что, соревнуются из Ярославля. Посмотрим, как они справлены. Рядом со знакомым вам уже Николаем Сахаровым играющий тренер Екатерина Филиппова, 75-летняя спортсменка. Нагляделся дед порнухи и теперь дурачится. Деревенские старухи по чуланам прячутся. Мужчины очень симпатичные, ноги длинные, прямые, словно заграничные. Меня милый целовал, к стеночке притиснул, а в кармане рубль лежал, он его и свистнул. Хотела старику переплыть Москва-реку, по середке утонул, только хреном бутонул. А не гордитесь, мужики, что вас очень мало, из Америки везут 4 самосвала. Да, потрясающая техника. Потрясающе. И куртуазным маневристам следует как бы поучиться чистоте исполнения сложных приемов. Проходите, мои дорогие, проходите. А сейчас мы послушаем, что скажет нам жюри об этом конкурсе, конкурсе валенок. А результаты этой номинации объявляет ведущий программы «В поисках утраченного» Глеб Скороходов. Значит, номинация «Валенок» вызвала у жюри и смех, и слезы. Мы смеялись до слез, но результаты такие. Значит, Чехов 28 очков, Ярославов 26 и маньеристы 15. Да, а вот итоги. И все-таки мы видим, что опыт берет верх над молодостью. Команда куртуазных маньеристов по-прежнему на последнем месте. Следующая номинация дюжа опасная. С начальством ссориться дело плохое, это ясное. Итак, народная политинформация. Это следующая наша номинация.
Ну, старшему поколению нет нужды объяснять, что такое политинформация, а молодое поколение сейчас узнает, что это такое. Меня пытал Чубайс, кричал мне Швайн и Аусвайс, все равно я не скажу, где я доллары держу. Глянул телек, царь Борис, покатился рубль вниз, залил водочкой глаза, в миг рассеялась гроза! В телевизоре реклама памперсы дывата, для прокладок у меня кишка маловата. Газ, квас, ананас, это песенка про нас. Газ, квас, ананас, это песенка про нас. И вновь я вынужден прийти вам на помощь и рассказать о том, что здесь говорится о негативном отношении к некоторым ветвям российской власти, к выборам и к мавзолею Владимира Ильича Ленина. Поцелуй! Нам чеченцы не помеха, нам Басаев не указ. Как пойдут они в атаку, Черномырдин пустит газ. Ой, Витек, газ не тот у нас потек. Ой, Витек, газ не тот у нас потек. Реформаторские штучки довели колхоз до ручки. Две коровы, две доски, удавил собых с тоски. Президент нам заявляет, вы летите на Луну! А на Луну мы прилетели, там не принимают, сказали, пенсии мало, обратно отсылают! Перестройка, перестройка, не прошу я колбасы, а прошу кусочек мыла постирать свои трусы. А говорят, премьер-министр у нас тоже гармонист, и нам играет ГПК вместо пенсии пока. Хорошо поют с трибуны нашей думе соловьи. Ох, мы цен, мои цен, цены новые мои. Такому раздолбаю доверяет пароход. Я работала в колхозе, заработала пятак, пятаком закрыла пору, а звезда осталась тому. Вновь назначенный премьер, трудолюбие пример. Был разведчиком вождем, сколь протянет, подождем. Если же так продолжать, колбасы нам не видать, яйца будем видеть в бане, между ног у дяди Вани. Поговорка у народа, что в семье не без урода. Жаль, что только кто урод, поздно узнает народ. Мы поем вполне понятно, недоходчиво и внятно. Описали всех прозрачно. Поймаешь? Однозначно! Молодцы, ребята, молодцы! Задорные вы мои! Политинформация. Сообщаю вам итоги этой номинации, а название ее политинформация. А теперь по существу. Нерастанные чехи в этой номинации получили 27 очков. По решению жюри также «Играй гармонь» Ярославль получила 27 очков. Культуазные мангеристы получили 20 очков. И вновь нам показывают таблицу, и мы видим, что, к сожалению, ничего не меняется. Куртуазные мангеристы по-прежнему на последнем месте. Радуйтесь фольклору и экзотике! Все в кучу малу и держи за животики! В этой номинации участники раскрывают душу, исполняя свои любимые частушки. Да,
домой миллион козырник, ко мне в форточку проник, сделал все, что захотел, и обратно улетел. А мы с милашкою гуляли по сырому клеверу, оба были без штанов, привыкали к северу. А мой миллионок тракторист, я его свинарочка, он в солярке, я в дерьме, ох, какая парочка. В санатории бывал, суп гороховый едал, и с улыбкой на устах целый день сидел в кустах. Вот эти крылышки с прокладком вытворяют чудеса. Одну женщину прокладка унесла на небеса. Каждый день прокладки кажут в телевизорах страны. Все мы ждем, когда покажут место, где они нужны. Браво! Браво! Браво вам! Проходите, пожалуйста. Спасибо. Над страною проплыла песня белого орла. Да, команда верна, верна своему стилю, и я вновь вынужден убрать звук, потому что, несмотря на свободу печати и слова, мы, к сожалению, не можем некоторые слова транслировать по общественному российскому телевидению. Все трусы у ней помали, Оль, который уже раз, ей попался голубой. Газ, квас, ананас, эта песня не про нас. Газ, квас, ананас, эта песня не про нас. Пишут, бабу за три дня готовить надо, а меня, мой муж кабель, хватит за сиську, да в постель! Бать, дворник, я столяр, бать, стыкл, я стоял, пора профессию менять, чем не пик встать! Вы не очень сознавайтесь, наши кавалерики, 40 ящиков прислали из Америки! Ай-яй-яй, досадная ошибка. Досадная ошибка, ошибается замполит, но надо продолжать. Ну! Как у милого Петра, рубашоночка Петра, ну и ладно, что Петра, зато шишечка востра! Боцман Юнгу кроет матом и грозит ему веслом, что конец не от каната, завязал не тем узлом. Уважаемые наши жюри, закончилась последняя номинация. Мы ждем ваших итогов, пожалуйста, с нетерпением. Вы знаете, пока подводят итоги, народная артистка России Людмила Лядова. Я просто спою вам две частушки, можно, да? Одна дама в магазине по-французски говорила: «Вуале франзе монсе, сколь за кило колбасе». Ой, ну там один, одна неприличная, но можно. А на горе стоит больница, не пойду туда лечиться. В той больнице есть больной, сам больной, я стальной. Браво! Вот на этой высокой ноте вы скажете нам результаты. Сейчас, одну минуточку, тогда и я спою. Так сказать, вполне приличная частушка. Сейчас. Полюбила я пилота, а он взял и улетел. Свесил самолета, разбомбить меня хотел. Ну тогда на этой высокой ноте вы нам скажете результаты. На этой высокой ноте. Да. Чехов. 29 очков. Ансамбль называется «Нерасстанная». Играй гармонь, Ярославль, 23. Куртуазные манеристы, Москва, 14. Это был композитор Марк Линьков.
автор знаменитой песни, где есть такие слова: «Если кто-то кое-где у нас порой». Я приглашаю сюда, на нашу площадку, все команды и жюри. Пожалуйста. Перед вами итоговая таблица. На первом месте команда ФАПСИ с результатом 138 очков. На втором ярославские пенсионеры с результатом 119 очков. И на последнем месте куртуазные манеристы 85 очков. Приятная минута нашего праздника, нашего конкурса. Мы хотим поблагодарить замечательных ребят, куртуазных маньеристов, за то, что они пришли сюда и так прекрасно себя показали. Пожалуйста, девочки, вручите наши подарки. Хочу поблагодарить нижегородские художественные промыслы за предоставленные призы командам. Я хочу сказать, что две команды, Чехов и Ярославль, вышли в полуфинал. С чем мы их и поздравляем. А сейчас к находящимся в зале и у своих экранов обратится главный судья этого соревнования Юрий Саульский, композитор, народный артист России. Дорогие друзья, мы с огромным удовольствием прослушали это конкурсное отделение. Масса впечатлений. Слава Богу, Россия жива. Несмотря на все трудности, она веселится, радуется, острит, иногда зло и справедливо, что мы успели, в чем успели убедиться в номинации политинформации. Очень много было хорошей народной эротики. Это нормально, это жизнь, так и должно быть. И у нас не было чувства, у нас ничего так не поджимало. Ах, как, фи, какая гадость, ничего подобного. Когда это звучит от народа, когда это в народном варианте, это всегда очень чисто и замечательно. Спасибо вам за это, дорогие друзья. Спасибо вам от всего русского народа, ведь вы лучшая людская порода. А русский народ видел и огонь, и пушки, а надеюсь, что останутся одни частушки. Не будем огорчаться, ведь жизнь живем одну. И давайте вместе петь. Эх, Семеновна! Эх, Семеновна! Ну вот и закончилась полная драматизма, коллизии и бескомпромиссной борьбы игра. Я надеюсь, что через неделю мы снова встретимся с вами на Суперкубке России по частушкам. Эх, Семеновна! Эх, Семеновна, в реке купалась, огромная рыбина в штаны попалась. Играй гармонь двухрядная, по делу пройдет нарядная. Надо выходи вперед, начинай, Семеновна, удивляйся. Ах, Семеновна, тебе поют везде, а у нас в городе, а еще в селе. Твою жену одну, теперь на конкурсе пою Семенову. Семеновна, я баба русская, толстая, не уголовцы, Семеновна, посыпай, Семеновна, у тебя, Семеновна, я покажу, Семеновна. Давай, Семеновна, подпевай колхоз. Семеновна, народная, по тебе видать, ты не голодная. Не голодная. Ах, это жаль!